Что раньше не замочили. Давай. Бойтесь, я не причиню вам вреда. Они кто? Они умерли? Это бандиты, они меня похитили. Нам надо уходить отсюда быстро, а то они очухаются. Пошли, пошли! Маргош, все, завались, поехали. Это кто? Нужно быстрее уезжать, Маргош, давай. Я спрашиваю, это кто? Даниил Борисенко. Простите, что напугал. Маргош, там двое в лесу. Они сейчас очнутся. Давай быстрее. Поехали, Маргош, я тебя умоляю. Ал, кто они? Бандиты. Выманили из офиса. Под дулом посадили в машину, привезли сюда. Маргарита, нам действительно нужно быстрее отсюда уезжать. Ну, хорошо. Садитесь в машину. Ой, Маргош, если бы ты видела, как он их раскидал. А где вы так научились драться? Я бывший военный. Воевали? Да. В Югославии. Маргоша у нас знает в этом толк. Она телохранитель. Документы покажите. Маргош, ну как тебе не стыдно? Ничего-ничего, все в порядке. Пожалуйста. Извините. Но ситуация у нас нестандартная. Ну, сами понимаете. Понимаю. Вы меня только до города подбросьте. Хорошо. Маргош, я думаю, что человек столько пережил, и теперь мы должны довести его до дома. Спасибо, но… И не спорьте. Сначала я тебя домой отвезу, а то Дашка там с ума сойдет. А ты телефон-то нашла? Да, вот он. Кстати, твой звонок и спас Даниила. Я же тебе говорила, никакой он не шарлатан. Да, интересная личность. Представляете, он не записался, одно шипение. Просто мистика какая-то. Яночка, так это неспроста. Он не хотел, чтобы записывалась, вот и не записалась. Угу. Точно тебе говорю. Хм. Попробуй. Вчера у Сережи день рождения был. Надежда Михайловна, спасибо большое, но мне пора бежать.
Если меня шеф будет спрашивать, то передайте, что у меня встреча с автором, с Черешиным, ладно? Ладно. А что ты с этим зэком-то возишься, Ян? Ну, лучше пусть статьи пишет, чем ворует. Ну, съешь кусочек? Ну, ладно, спасибо. До свидания. Удачи. Я здесь, Яна. Поднимайся. Ага, иду. Привет. Привет, Яна. Вот новый текст про Обуховскую зону. Знаешь, я тебе деньги за прошлую статью не принесла пока. Ну, бухгалтерия не успела начислить. Слушай, Ян, тут такая тема. Короче, кроме тебя мне обратиться не к кому. Что случилось? В общем, недавно кореш один объявился. Просит помочь. Дело серьезное, заказуха. Заказное убийство? Он не в курсах, что завязал я. Лаве пообещал, год гужевать можно. Но никаких гарантий, что меня самого потом не грохнут. Ну подожди, Леша, а если отказаться? Та же фигня. Слишком много знаю, короче, кругом вилы. Ян, у тебя есть менты знакомые? Я бы им все слил. Но что потом прикрыли? Да, хорошо. А когда намечено убийство? Да через месяц примерно. Точной даты не знаю. Ну что, Ян, сведешь меня с ментами? Постараюсь. Ты прикинь, кто понадежней, поверней. Чтоб не подставил, не вломил. Что? Чтоб не подставил, не вломил. Хорошо. А как тебе найти? Я сам перезвоню. Хорошо. Так, а кого должны убить? Меньше знаешь, крепче спишь. Ну, не сердись, Ян. Люди там серьезные. Подожди, ну, я тебя не слышу. Ну, говори, влюбилась, что ли? Ну, почему сразу влюбилась? Просто мне интересно, как вы доехали. Все-таки человек столько пережил. Ну, да. Нормально доехали. И чувствовал он себя замечательно. А куда ты его отвезла? Алка, ты знаешь, я, честно говоря, не помню. Темно было. Ну, так, просто интересно. А как ты не помнишь? Ты же был за рулем и должна знать, куда ты его отвезла. Ох, ты как разнервничалась, а? Ал, я шучу. Где-то он на проспекте Строителей живет. Но я, честно говоря, дом не знаю. Я его на остановке высадила. Да? Да, действительно, какая мне разница? Он у меня даже номер телефона не попросил. Ал, ну не грусти. Ну, если серьезно, зачем тебе мужик, которого бандиты среди ночи в лес увозят? Одна нервотрепка с ним. Все, солнышко, давай, я тебя целую. Угу, пока. Ну, пока. Даша, вставай. Даша, вставай. Уже 10 часов. Даша. Как 10? Почему 10? Ой, ну, мам, она же просила меня в половину разбудить. Но мне не хотелось тебя будить. Мы с девочками договаривались. Ничего страшного, опоздаешь немножко, не беда. Ну, мне лучше сдать, беда или не беда. На тебя никогда нельзя понадеяться. Так, знаешь что, в следующий раз просыпайся сама. И вообще, как ты со мной разговариваешь? Ой. Не смей на меня махать. А ты со мной не обращайся, как с пустым местом. Это я с тобой обращаюсь, как с пустым местом. Ты других матерей не видела. А при чем тут другие матери? Не важно, что бы ты со мной считалась. Если я прошу разбудить меня в половину, значит, для меня это важно.
Это интересно. Нет, мне очень интересно, что это у вас с девочками может быть важного. Ты что, мама? Здравствуйте. Здравствуйте. Я не вовремя? Нет. Владимир Олегович. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Шпионите? Нет. У меня тут встреча с приятелем. Знаете что? Передайте Баринову, если он хочет меня проверять, то пусть он воспользуется услугами более профессиональных сотрудников. Если бы я хотел вас проверить, вы бы меня не заметили. Ну, значит, вы хотели, чтобы я вас заметила? Давайте не будем углубляться в подробности. Всего доброго. До свидания. Юр, привет, это Успенская. Скажи, у тебя сейчас есть свободное время? Начальник, какой? Ну, что ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что у меня для тебя всегда время есть. Здорово. Угу. Что случилось? Нужно срочно увидеться, это очень важно. Хорошо. Ну, давай тогда в парке в 3. Все, договорились. Что я могу поделать? Я тебя целую. А ты меня? Юр, а тебя пока не за что целовать. Заслужи. Ну, пока. Пока. Здравствуйте, Яна Борисовна. Здравствуйте, Мур. Проходи. Яна Борисовна, здесь опять нет моей статьи. Ну как же так? Вы же обещали. Видишь ли, Тимур, шеф не утвердил. Статья очень сырая. Яна Борисовна, вы сами одобрили эту тему. Я собирал материалы, тратил время. А теперь что же выходит? Она сырая, что ли? Извини, но нам нужны проверенные факты, а не домыслы. Хорошо. Я тут еще кое-что написал. Фактура реальная, секретная. У одного ФСБшника взял. Пришлось ему коньяк выкатить. Тимур, ты извини, мне сейчас некогда. Ты оставь меня на столе, а я почитаю. Яна Борисовна. Яна Борисовна. Что? Когда позвонить? На той неделе. Сейчас у меня много работы. До свидания. Яна Борисовна, подождите. Господи, от кого ты прячешься? Да от нашего любимого внештатника, Тимура. Что на этот раз? Статья «Кроты-убийцы» в 5 вариантах. Почитайте. Угу. Кроты-убийцы. Спецслужбы закладывают мины с помощью дрессированных кротов. Сильно? Да, Егор. Да, я тебя слушаю. Знаешь что? У тебя теперь новая жена. Вот пусть она твои проблемы и решает, а мне некогда, извини. Яночка, что с тобой? А что? На моей памяти ты своего Егорушку в первый раз отшила. Может, колдун помог? Может, и колдун. Ку-ку. Боже. Ну? Как? Блеск. А тебе какая больше нравится? Вот эта или красная? Мне на тебе нравится все. Жур. Ну. А можно обе тогда? Можно. Правда? Да. А вот эти люди вчерашние, они могут вас найти? Не волнуйтесь, я решу эту проблему. Вы почему такая грустная? Что-то случилось? С дочерью поругалась. Угу.
А вы куда? Мне пора. Я зашел только поблагодарить вас за вчерашнее. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ну, что? Жор. Ну, говори, Даша. А можно еще туфли на каблуках, а? Да хоть на двух. Ну, мне мама никогда не покупает. Ну, я же не мама. Спасибо. А что вы делаете завтра вечером? Может, сходим куда-нибудь? А, у меня завтра деловая встреча. Жаль. Но я могу ее перенести. Отлично. Значит, я могу за вами заехать часов в 5. Нормально? Да. Тогда до завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Гражданочка, ваши документы? Тебе что, часы подарить на день милиции? Не понял. На время посмотри. Может быть, у вас в милиции 10 минут ничего не значит, а для меня… Я без 2 минут. Ты чего? Ну, значит… Значит, у меня спешат. Извини. Ну, пойдем. Пройдемся. Пойдем. Ну, что у тебя? Рассказывай. Благодарю. А откуда ты этого Черешина знаешь? Позвонил в редакцию. Так, мол, и так, есть интересная фактура на тюремную тему. Ну, встретились, поговорили. Биография у него, конечно, боевая, 3 судимости. 1 за наркотики и 2 за кражи. Наркоман? Ну, да, в прошлом. Сейчас завязал. Не хватало денег, решил на статье заработать. Но вообще-то он парень неплохой и ни разу не подводил. Значит, заказуха. Угу. Понятно. Ну и когда знакомить будешь? Знаешь, пустой дом возле редакции? А, да, конечно. Завтра в 6. Ладно, я побежала. Завтра буду тебя ждать. Тебя проводить? М? Юр, спасибо, что всегда помогаешь. Я Воль. Пока. Игорь, сверни здесь направо. Зачем? Нам же прямо. Я говорю, поворачивай. Девятка прицепилась за нами. Надо проверить. Не надо, Маргарита Сергеевна. Молодец. Вадик, срубили тебя. Свободен, говорю. Свободен! Роман Андреевич, шпионов решили поиграть. Купите игру компьютерную. Извините, Марго. Кругом сплошные козни, и никому нельзя верить. Роман Андреевич, я после 10 могу быть свободным? Опаздываете на свидание? С подругой встречаюсь. О, Господи, как скучно. А я ему и говорю, Егор, вот пусть твоя новая жена тебе и помогает. Что, прям вот так и сказала? Прям так и сказала. Как же ты на такой подвиг-то отважилась? Сама не знаю. Привет. Привет. Ой, девочки, простите, что опоздала? Ничего. Нет, не простим. Вы заказали уже что-нибудь? Да вот тебя ждем. Девушка. Да? Добрый вечер. Пожалуйста. Здрасте.
Девушка, принесите мне, пожалуйста, воду со льдом. Хорошо. Да, без газа. Угу. А лед отдельно можно? Конечно. И лимончик. Спасибо. Ой, девочки, не поверите. Все, что мне колдун предсказал, все сбылось. Про мужика под боком. Сегодня ко мне приходил Гнил. Подожди, это вот тот, который из леса? Угу. И завтра у нас свидание. Поздравляю. Рита, у меня к тебе одна просьба. Мне еще раз к колдуну надо съездить. А тебе-то зачем? Ну, я как-то в прошлый раз растерялась, ничего толком не узнала. А теперь хочу поговорить с ним на чистоту. Отвезешь? И о чем ты с ним поговорить хочешь? М? Я понимаю, что он оказывает какое-то воздействие на людей. Может быть, даже гипнотическую установку дает. Я хочу о нем написать. Ян, ну что ты такое говоришь? Ну какой гипноз? Меня он вообще не видел, со мной не разговаривал. А про мужика, вот смотри, все сбылось. Ой, девочки, вот я прям чувствую. С Даниилом у нас все будет по-настоящему. Угу. Дорогая, ну у тебя каждый раз все по-настоящему. Да. Угу. А ты когда хочешь ехать? Завтра вечером, после работы. Завтра я не могу. Давай в среду. Баринов говорит, что я после трех уже буду свободна. Ну хорошо, в среду, так в среду. А меня с собой возьмете? А ты дома сиди. Твое желание уже исполнили. У тебя уже мужик под боком. Ну, девочки. Ну, куда мы без тебя? Даш! Даша! Даш! Даша! Привет! Даша, что это? Откуда это у тебя? Подарили. Кто? Друг. Даш, такие вещи просто так не дарят. Кто он, сколько ему лет, и верни все это другу. Мамочка, ну чего ты? Для него это мелочи. Хочешь? Дай мне его телефон, я хочу с ним поговорить. О чем? Я хочу ему сказать, что одежду детям нужно покупать только с разрешения родителей. Угу. Не дам. Даша, ты меня слышишь? Mm-mm. Даша, куда ты? Даша! Здорово. Привет. Один? Один. Ну чё, Черя, решил? Решил. Ну вот и все путем. Я в тебе не сомневался. Давай-ка с утра дуй на авторынок, прикупи какую-нибудь тачку попроще, но нормальную, чтобы ездила. В ГАИ не оформляй. Возьми простую доверку. На свое имя взять? Нет.
на министра внутренних дел. Ты чё, Черри? Конечно, свое. Ты же на ней ездить будешь. Да не парься ты, не парься. На курок тебя никто жать не просит. Сам будешь. Ты поменьше спрашивай, поменьше болтай. А то, говорят, тебя с одной бабенкой видели. Бывай. Алло, Ян, это Черешин. Ян, у тебя ничего не изменилось? Опера своего приведешь? А, нет, я на всякий случай. Спасибо, Ян, тогда до встречи. Мам. Мам, сегодня 12-е, мне нужно за хореографию платить. Значит, мать все-таки бывает тебе на что-то нужна. Ой, ну не начинай, пожалуйста. Значит, я еще на что-то могу сгодиться. Ну, если я не заплачу, меня на занятия не пустят. А вот пусть твой друг платит, если он тебе дороже матери. Значит, ты мне не дашь. Понятно? Ну, ладно. Хорошо. Ты только требовать умеешь, отдачи никакой. Осторожно. Здесь лужа. Юра, почему ты не женишься? Ну, ты же не соглашаешься. А ты мне никогда не предлагал. А я боюсь. Чего? А я боюсь. А вдруг ты мне откажешь? Ой, конечно, откажу. Ты ж балабол, а мне нужен надежный мужчина. А-а-а. Да. Идем. Прошу. Вот она. Ваш кораблик? К сожалению, нет. С детства мечтал, но как-то не сложилось. Арендую иногда. Штурман! Привет! Принимай гостью! Милости прошу! Да, дела. Значит, Самарцева заказали. Слышал про такого. Водкой, кажется, торгуют. А твоя роль в чем? Примерно через месяц его должны пригласить на открытие торгового центра. Я должен пасти его на тачке от дома и сообщать по рации о маршруте. Потом встать возле установленного места и ждать человека. Киллера? Скорее всего. Значит, Самарцева должны грохнуть на презентации. Получается. Так, подожди. А как ты вот с этим Фроловым связываешься? Так он сам звонит. Причем только из автомата. Или приходит Фрол мужик тертый. Три ходки. То есть, если я правильно понимаю, значит, стрелять или взрывать будет не он. Наймет кого-нибудь. Бабки у него есть, значит, уже получил аванс от заказчика. Ну что, закончили? Ну, в общем, да.
Дашу специально, потому что она знает, что я умру без хореографии. Не умрешь. Да нет, умру. Ну, оплачу я твои танцы. В чем проблема? Не могу я с ней жить. Она меня вообще за человека теперь не считает. Вот, переезжай ко мне. Ты серьезно? Поможете? С удовольствием. Алла. За вас. Давай, давай, звони маме. Помочь? Да. Привет. Я сегодня ночевать не приду. Как не придешь? А где ты будешь ночевать? Я у подружки останусь сегодня. Пока. Я ей потом все скажу, ладно? Ну чё? Что-то случилось? А? А, нет. Все в порядке. А что там за крепость, а? Тот Лебен. Хотите причал? Хочу. Заказчик он знает? Нет, конечно. Он на Фролова замыкается. Срочно собери все на этого Фролова. Связи, адреса. Ну, короче, ты знаешь. Телефон Черешнева на прослушку. Такая на прослушку очередь? Решим вопрос. Дело серьезное. Так, а Самарцева предупреждать? Пока не будем. Время терпит. А то поднимет панику, все сорвет. Самарцев, это тот, который не прошел в депутаты? Ну да. Сеть водочных магазинов, акции, крупные строительные фирмы. Ну и так, по мелочи. Нет, ну в принципе, заказать его могли. Черт. Накрыть бы всю эту команду. Чувствую, это у них не первый вариант. Так, возьми Филиппова в помощь. И держи меня в курсе. Все, я на совещании. Пойдем. Осторожно. Сюда. Ой. Вот. Его строил немецкий инженер Тот Лебен. В честь него и назвали. Тот означает смерть, Лебен – жизнь. Здесь время как будто остановилось. Да. Толщина стен здесь доходит до 1,5 метров. Крепкое сооружение. А вон там был пороховой погреб. А откуда вы все это знаете? Бываю здесь иногда. Кое-что запомнил. Жалко, комендант занят. Хороший мужик. Вот он бы вам порассказал. Пойдем туда. Если бы мы не поехали к колдуну, ничего бы не было. Ни вас, ни этой прогулки. Ой! Ой! Боитесь ездить к колдуну? Теперь я уже ничего не боюсь.
Господи, да здесь же ничего не осталось. Одни головешки. Так. Надо узнать, хозяева живы? Вы что здесь делаете? У людей в горе, они вынюхивают. Здравствуйте. Здрасте. Мы к Тимофею Сазонтовичу. Скажите, а что здесь случилось? Что случилось, что случилось? Погорели они, вот что. Сазонтович ваш угорел дыму болезной. А жена его, Мария, живая, она вон в том доме. У сестры своей, да Клавдеи. Хорош тебе балаболить, корову доить пора уже. Иду, иду. Ну что, зайдем? Тихо, а брат, фу! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы к кому? Да мы по поводу Тимофея Сазонтовича. Погиб он. Угорел, царство небесное. Нам сказали, его жена у вас. Да. Можно мы с ней поговорим? Ладно, проходите. Только ж, пожалуйста, недолго. Мария себя плохо чувствует. Ведь не дай бог кому такое пережить. На опознание возили, а завтра еще похороны. Простите, а как ее по имени отчеству? Петровны мы. Я Клавдия Петровна, а она Марья Петровна. Угу. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Простите, ради бога, за вторжение. Мы очень благодарны вашему мужу за помощь, и нам ужасно жаль, что он погиб. Дело в том, что мы оставляли ему нашу фотографию. Наверное, это бестактно, но, может быть, наше фото сохранилось. Все сгорело. Все. Мария Петровна, а вы уверены, что это был несчастный случай? Ну, а что же еще? Ну, мало ли. Может быть, у Тимофея Сазонтовича были враги? Враги, да сколько угодно. А он звал на помощь? Может, кто-нибудь слышал крики? Ну что вы мне душу травите, и без вас тошно. Вы что, следователь? Нет. Я журналист. И все-таки расскажите, как это произошло? Тихо, обрат, фу! Да что тут рассказывать? Тимофей совершал обряд как раз с вашей карточкой. Да еще работал с артисткой этой, а я пошла спать. Меня разбудил Абрек, он жутко выл. Проснулась вся комната в дыму. Бросилась наверх, а там огонь, передо мной рухнула балка. Я выскочила на улицу, стала звать на помощь. Вот и вся история. А почему ваш муж сам не выскочил? Да я сама не понимаю, может быть, сознание потерял. А вот вы не о том сейчас беспокойтесь. О себе лучше подумайте. В смысле? Тимофей сильный колдун. Его душа не успокоится на том свете. Перед смертью он работал над вашей фотокарточкой, она сгорела вместе с ним. Он работал над вашими бедами. Теперь вы будете работать на него. Что значит работать? Скоро узнаете, вам будут знаки. Что узнаем? Какие знаки? Вам недолго осталось. Он вытянет из вас все соки. И вы еще очень пожалеете, что приехали сюда. Запомните мои слова. Сумасшедший богатый. Дур-дур. Вы уж не сердитесь на сестру. Ну, не в себе она немножко. Заметили. Да. Все ж такое горе у нее. На самом деле ничего в этом хорошего нет. Зря ему нашу фотографию оставила. И ты в этот бред поверила? Ладно, Алка, ей простительно. Да не поверила.
Вряд ли колдун нас достанет с того света, но какая-то странная история. Может быть, он не своей смертью умер. Может быть, его убили. Почему ты так думаешь? Не знаю, но здесь что-то не то. У этой сестры, Клавдии, дома лежит фотография, которую я у колдуна видела. Ну, их семейная. Так что получается, дом сгорел, а фотография уцелела? Не знаю, может, просто такая же? Да нет, рамка та же, я запомнила. Это значит, вдова заранее знала о пожаре и вынесла фотографию? Значит, это она дом подожгла? Не знаю. Алла, что ты молчишь? Девочки, мне все равно кто поджег. Я боюсь. Что же это такое? Не ругайся, тебе не идет. Это неспроста. Вдова колдуна говорила про какие-то знаки. Ага. Да это знак, что я на 100 баксов попала. Ну все, девочки, спокойной ночи. Пока. Пока. Маргош, не гони. Пока. 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 Тебе куда? Ну, домой. Завтра рано вставать. Пока. Дашка из дома ушла. Что мне делать?